Здравствуйте, товарищи! Здравствуйте! Поздравляю вас с 27-й годовщиной образования милиции города Бендеры Приднестровской Молдавской Республики! 7 декабря, раннее утро. Милиционеры в строю, форма парадная. У бендерской милиции сегодня праздник. 27 лет со дня перехода под юрисдикцию Приднестровской Молдавской Республики. Милиционеры верны традициям. Цветы к памятной плите погибшим коллегам при исполнении служебного долга. И торжественный марш под звуки оркестра. Символ чести и достоинства. Милиция является основным правоохранительным органом, куда в первую очередь обращаются граждане. Эта вот тесная связь не позволяет сотрудникам милиции быть зашоренными, быть ангажированными, быть политически обособлены от того народа, с кем он работает. На праздничном совещании в центре внимания ветераны бендерской милиции. Им особые слова благодарности и особые знаки почета. Присутствующий здесь коллектив есть продолжение того милицейского братства и тех солдат правопорядка. И я надеюсь, что молодое поколение примет у ветеранов ту эстафету памяти и отличной службы по охране общественного порядка в последующем. Сегодня трое офицеров милиции в запасе. Люди, стоявшие у истока формирования УВД, стали на ступень выше в звании. Ветеран УВД Николай Грищук службу в органах внутренних дел и защиту граждан до сих пор считает делом чести и совести. С сегодняшнего дня он уже полковник милиции в запасе. То, что сегодня мне присвоили звание полковника, ну вот для меня, скажем, это очень приятно, позитивно. Хочу поблагодарить и президента, и министра внутренних дел, руководство, что оценили мою службу в органах внутренних дел. Почетные грамоты Министерства внутренних дел, благодарственные письма от госадминистрации и городского совета народных депутатов тем, кто продолжает работать в управлении внутренних дел. Мужество и готовность к самопожертвованию являются отличительной чертой милиции города Бендеры. Уверенность наших граждан в своей безопасности – это наиболее значимый результат работы многих поколений сотрудников управления внутренних дел. Наградным знаком «Отличник милиции» награжден Виктор Мунтян, начальник криминальной милиции УВД города Бендеры. Он один из тех, кто стоял у истоков формирования УВД. На сцене и те, кто в разные годы руководил бендерской милицией. Бесценный опыт и традиции – вот чем делятся сегодня ветераны милицейской службы. Служите с честью. С каждого рабочего дня и дежурства обязательно возвращайтесь домой. Поменьше вам бессонных ночей. Гордитесь тем, что вы являетесь сотрудниками этого боевого подразделения. Поздравления и подарки, а после милиционеры вновь вернулись на службу. Даже в праздники нужно поддерживать правопорядок в городе.